С начала года в Люберцах отремонтировали 500 подъездов. Недавно работа завершилась и в 17-м доме поселка КЗС. Как справились со своей работой коммунальщики и что еще беспокоит жителей, узнала наш корреспондент Мария Кузьмичева. Все осыпалось. Окна у нас все были, рамы треснуты, стекла треснуты. Нам меняли стекла, но они не закрывались, потому что они все рассохлись. Наталья Ефимова живет в этом доме с детства. Как говорит жительница, стены подъезда претерпели многое, в том числе и пожары. На просьбу сделать косметический ремонт в подъезде предыдущая управляющая компания отвечала обещаниями. Но с приходом содействия жители успокоились. Был выполнен ремонт. Значит, покраска стен, потолков, замена оконных блоков на современные, укладка на опольного покрытия на первых этажах, значит, замена осветительных приборов и поселковых ящиков. Теперь владельцев квартир беспокоит еще одна проблема – кровля. Когда сбивали зимой наледи с крыши, нам пробили шифер. И вот наш последний этаж, четвертый, мы 2 года уже сидим в ремонтах. Мы не можем делать ремонт, потому что мы не знаем, что будет в этом году. Наверху тогда видно будет вообще, что там на чердаке сделано. Потому что то, что словами показано, это не объяснить. Там на той стенке сейчас все белое, это то, что все текло. Все эти места по углам, вот центр, угол, там центр под окном и все углы. Это все текло всю зиму. Проблема жителей не оставила равнодушным главу округа Владимира Ружицкого. Он пообещал разобраться в ситуации. Дом 50-х годов, дом старый, естественно, здесь есть вопросы. Вот, люди задают вопросы кровли, есть протечки. Поставим задачу это все устранить. Понятно, что в новостройках ремонтировать нечего, потому что там в новых домах относительно все хорошо. А есть дома, как вот здесь, там 30-х годов, 50-х годов. Эти все дома, конечно, старые и ветхие, будем говорить. Они требуют ремонта не только подъезда, но и капитальных ремонтов. Качеством ремонта подъезда Владимир Ружицкий остался доволен. С момента реализации программы «Мой подъезд» в округе отремонтировали свыше 2500 подъездов. В этом году в очереди еще 600 объектов. Мария Кузьмичева, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.